А что это нам уходит? Нет, он быстрый. Почему столько шлюх много? Ну, быстрый, нормальный байк, чё, блядь? Да нет, потом посмотришь. Колесом все время простреливают колеса ему. Их никак укрепить нельзя. Я на нем ездил же. Знаю, зато байк. Байк! А не вот эта хуйня гоночная, ёбаная на пластмассе сделана, блядь. Нет, мне нравится. Вот этот мой. Вот, вот это байк, вот это байк. А вот это не байк, это хуйня ёбаная, блядь. Это... вот это вещь, блядь. А это... Какой байк? Он у тебя как будто с фронта, блядь, зеленый весь. Нормально, его перекрасим, затюнем, захуюнем, и все будет нормально. Да, ладно. Так, Сашка, прокати меня на чем-нибудь. А на чем я тебя прокачу? Одноместное. Я курить хочу, я пойду покурю. Все одноместное. Как это? Вот это поебение одноместное? Вот этот нет, но я на него сесть, наверное, не могу уже. Сядь. У нас нет доступа. Правильно. Вывези его на улицу, я сяду. Давай, я его вывезу на улицу. Блять, у меня игра свернулась. А, вывези. А ты со мной сел? Да. Хорошо, ты... Все, катай меня где-нибудь. Только не нарывайся ни на кого-нибудь. Поставь себе лучше сразу... А, и ты поставишь. Пассивный режим. Ладно, я курить и все. Я больше не курить. Давай, берем задание и ехать нахуй. Все. А куда берем задание? У тебя в клуб берем задание или у меня в клуб? У тебя берем задание. Ух ты, смотри. Шлюшки опять. Да, ладно, давай, поехали. У меня берем или у тебя? Так, тебе, у тебя берем задание. Ну тогда я поехал, мне ехать далеко. Заходи. Не зашел? Заезжает. Все, заехал. Ну, а вот я тебе этот хочешь дам? Давай. Сейчас выеду. На, садись. Прокачанный. Бери задание. Угу. Ой, блин, куда я в парашу прибежал? Так где это? Я все время эти двери путаю. Так, да что? Можете тоже, можете. Короче, беру, что возьму, то и возьму, да, бы? Да. Какую-то что-то там ликвидировать кого-то. А где мой мотоцикл? На улице что? Нет, на улице нету. Не понял, а где он? А, мы же на твоем приехали. Да, да, да. Ладно. Ладно. Блять, Саня, в город ехать надо. Ладно, возьму тут говно. У меня байк пропал. Блин. Ладно, беру вот эту хуйню пластмассовую. А ну же видишь, я когда один свой байк беру, другой-то обратно становится. Ну да. Поехали. А мне тут другую показывают сторону. Да не может быть такого. Да. Может, у нас разные цели? У нас, наверное, разные цели будут. Наверное. Ну, давай, попробуем. Да, на этой херне, если уже упоришься, то, блядь, навсегда. Если разобьешь, то сразу, блядь, нашли.
А что у тебя написано? Доберитесь до университета ЛС. А, видишь, разные. У меня доберитесь до фермы Хлюкин Белл какой-то. Хлюкин Белл. Что-то у меня двух мотоциклов не хватает в гараже. Где-то исчезли. Нет, ну один я оставил, наверное, около тебя там. Что-то можно ехать уже. Мне чуть-чуть осталось. О, я тоже подъезжаю. Блять, возле меня какие-то придурки крутятся. На броневике тем более. Ну и хрен с ним. Так, что мне надо делать? Ага. Мне надо как-то туда залезть. Там какое-то чмо крутится. Я убил. Боря, я свою цель убил. Сейчас поеду к тебе, наверное. Если успею, конечно. Потому что мне ехать далеко. Сетку, блядь. Все, убил, что ли? Да. Да ну, 4500 это херня. А что это за миссия? Заберите торнадо. Ну, машинку всего лишь надо украсть. Вот она. Ух ты, блядь! Тут же баловство. Что их так много? Что же такие живучие? Выбирай. Выбирайте. Выкрывайте. Едут, едут. Подожди, там далеко не уезжай. Зачем ты в меня едешь? Не понимаю. Все стреляют нафиг.
кого ты там? Да, они просто человечек на велосипеде ехал. Тут мало, наверное, даст. Perfect. Well, not perfect, but it will do for now. Perfection is a cruel mistress.